Приветствую всех на своем канале. В этом видео я буду рисовать небольшую картинку на холсте размером 20 на 20. Вот такие у меня есть холсты. Тут уже есть эскизы для других картинок. Ну вот такой размер я возьму холста. И буду рисовать в новой технике картинку. Техника называется точечная роспись. Естественно, что-то свое я буду добавлять. Буду использовать такие контуры для стекла и керамики, белый перламутр и золото. Также я буду использовать в этой работе новые краски, которые недавно мне пришли с эффектом призма. Вот они так вот выглядят. У меня есть обзор покупки, где я эти краски показывала. Мне просто очень хочется их уже использовать, попробовать, как на деле они, какой результат, какой будет эффект. Я возьму вот такой вот холст, то есть таким вот размером чистый холст. Он у меня 20 на 20. Сначала я его покрою акриловой краской, примерно где-то такого малинового, вишневого темного цвета. И карандашом и с помощью линейки отмечу середины картины, да, и рисунки примерные, какие у меня будут на картине. Так как это моя первая будет работа в таком стиле, то я себе заранее прорисую, что у меня где будет на этой картине изображено. Ну что ж, я приступаю, а вы наблюдайте за этим процессом. Thank you.
Вот, картина готова. Смотрите, ребята, какая красота получилась. Какая интересная работа у меня вышла. Вот, видите, как вот эти краски легли хорошо, и какой эффект у этих красок. Смотрите, как еще переливается, как падает свет, и кое-где отблескивает вот эти листочки, где была нанесена краска призма. И если присмотреться поближе, то можно увидеть как раз эффект этой призмы. Вот видите, разводы такие. Вот. Очень интересно. Мне понравилось. Мне очень даже понравилось. И работать над этой картиной было просто одно удовольствие. Если честно, она как завораживает. Она как магнит прилипает свой взгляд к себе. И нельзя оторваться. Вот от работы реально мне невозможно было оторваться. Такое увлекательное занятие. Многие даже говорят, что точечная роспись, она действует как антидепрессант. Могу теперь с уверенностью сказать, что так оно и есть. И мне даже кажется, что при желании, не имея опыта художественного, да, если вы даже не умеете рисовать, то такую вот технику может освоить, мне кажется, каждый. Разрисовав предварительно себе схему, да, нарисовав рисунка и разрисовать данную картинку. Смотрите, как красиво. Так что мой первый опыт с этой росписью, я считаю, просто был удачный. И на этом я, пожалуй, не остановлюсь. Так что впереди у меня, я думаю, еще много будет работ в таком стиле с использованием этих красок. Также роспись по стеклу. Также хочу расписать бокалы, которые у меня есть стеклянные. И мне очень понравился вот этот узор. Он такой какой-то восточный получился, индийский, восточный какой-то стиль. И вот эти фрагменты узоров, да, лепесточков, цветочков, я хочу перенести также на бокалы. У меня тоже бокалы были в таком же стиле. И обязательно сниму, покажу, как у меня будет получаться на стекле такая роспись, такой вот узор. И если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите в комментариях свои впечатления, свое мнение об этом. Мне очень будет интересно. Может, у вас какие-то будут тоже идеи, да, которые можно взять на заметку и применить их в работах. Также на моем канале смотрите многие другие работы. Также есть другие интересные видео. Смотрите, подписывайтесь. Пишите в комментариях обязательно свое мнение. Мне будет очень интересно. Ну, а вам желаю творческого вдохновения, любви, добра, тепла, большого-большого счастья и крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.